10 человек пострадали в результате аварийной посадки пассажирского лайнера в крупнейшем международном аэропорту Пакистана. Во время приземления Боинга 737 местных авиалиний лопнула шина, самолет повело в сторону, и он на большой скорости выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По данным диспетчеров, на подлете к аэропорту пилот сообщил о неисправности шасси. Все 112 пассажиров и 7 членов экипажа были эвакуированы.